Лет сотрудничаю с танцевальной деревней, и мне нравится, что этот проект никогда не стоит на месте. Все время ищутся какие-то новые методы, приглашаются новые педагоги. Все делается для того, чтобы детям было интересно. И вот в этом году впервые танцевальная деревня в Сочи, Лазаревском. Ну, я должна сказать, что это очень хорошее место. Здесь, начиная от природы, этих великолепных деревьев, от этой тени, море рядом, бассейны, игровые площадки. И, в общем-то, работать вот педагогам удовольствие. Я так думаю, что и детям вот после конкурсов и после мастер-классов есть место, где приложить свои умения. Ну и, конечно, буквально 10 минут и чудесное море, вот, с которым мы мечтаем всю зиму. Самое теплое море, потому что здесь не впадает никаких рек, не течет холодных течений. То есть море действительно чистое и теплое. Отдельное спасибо лагерю за предоставление такого разнообразия фруктов для детей. Каждый вечером выдают разные фрукты, абрикосы, персики, хотя еще только июль. Большое спасибо за это лагерю. На фестиваль из города Сочи. На этом фестивале мы впервые. Приятно удивлены, отличной организации. Нравится, что каждый день дети заняты мастер-классами. Огромное количество конкурсов, в которых мы поучаствовали. И самый большой плюс этого фестиваля – атмосфера. Она царит повсеместно. В залах, на концертах, на пляже даже. Ребята дружные, активные. Мои дети под большим впечатлением. И мы отсюда уезжаем не пустыми, мы уезжаем отсюда наполненными эмоциями, новыми знаниями и еще неоднократно приедем. Я уверена в этом 100%. Большое спасибо всем организаторам за такой чудесный конкурс. Ему уже много лет, я знаю, я слышала еще, будучи сама студентка о нем, но вот первый раз приехала и считаю, что это моя большая ошибка, что это первый раз, но я обещаю не последний. К нам пришли в садик женщина, вот, сказала, вот ты круто танцуешь, давай к нам. Вот я пришел. Танцую уже сколько? 12 лет. В садике я постоянно выступала, меня брали всякие роли. У меня там кнопочка танца всякие, котята. В садик к нам пришли такие, мне эта девочка нравится, надо ее взять.
Я пришла, меня все не любили. Потому что я пришла с гимнастики, у меня была и растяжка, и все. Но эмоций у меня вообще никаких не было. Со мной всегда разговаривали старшие девочки. Вот, Алина, так-то, так-то, давай, наполняйся, вдохновляйся. И что-то они там со мной поговорили, и все. И теперь у меня эмоции выше крыши. Еще можно сказать, то, что она не в приседке живет, а в мире. То есть, да, я в другом городе живу и приезжаю каждый день. С танцами легче, когда нету танцев, мой день как будто бы теряет смысл. То есть я не могу ничем заниматься. Когда есть танцы, у тебя четкое расписание дня, у тебя нет времени лениться и что-либо не делать. Поэтому танцы как бы организуют мою жизнь. Yeah. У меня 23 июня был выпускной в школе, но я сюда поехала. Там пару часов, а тут целая неделя, тем более с моим коллективом. Дорогие выпускники, помните, что успех — это сочетание способностей, труда и везения. Я желаю, чтобы у каждого есть способности. Цели. Желаю успехов, желаю в будущем настроения, любви, счастья. Желаю вам счастья в жизни и в том, что вы делаете. Ну и, конечно, денег. И самое главное, никогда не грустить. Желаю, чтобы на этом ваша творческая карьера не заканчивалась. Лучших достижений по учению танцев. Желаю всем первые проблемы. Кайфуйте в достижениях, умениях, танцах и не только. И будете принимать только самые верные решения. Хотим сказать спасибо танцевальной деревне за то, что она предоставляет такую свободу деятельности. Здесь реально очень круто. Это мое любимое место. Всем удачи, успехов! Я хочу сказать вам, чтобы вы всегда помнили того человека, который нес вам радость, который отдал свою душу, это ваш педагог. Да, мы очень любим своих родителей. Они нам отдают все. Но это не громкие слова, что педагоги – те люди, в сердцах которых каждому из вас есть место. Каждому. И когда бы ни пришли, они вас помнят, они интересуются о вас. Говорю это, потому что я проходила и ту, и другую сторону, когда я была ребенком и когда я стала педагогом. Знаете как, если кто-то из вас выберет в своей профессии хореографию, вы никогда в жизни не пожалеете, потому что ну, это счастье танцевать долго, это счастье уметь выражать свои мысли, свои чувства, свое состояние через танец. Спасибо, что прилетали. Спасибо, что лишили бессилия. Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали. За спиной.